Китая из ПТП. Меня зовут Роман Шповалов, и мы сегодня находимся в парке Горького, куда приехал звезда NBA, легенда, которая играла за Чикаго Буллс и стал 4-кратным чемпионом NBA, Хорест Грант. И сегодня для лучших игроков Ассоциации студенческого баскетбола он провел свой мастер. Приятно, я очень все понравилось. С такой легендой очень клево играть. Это игрок, который поиграл с очень со звездами, который показывал хороший уровень. И с такими легендами очень круто играть, находиться в одном помещении, вообще общаться, играть. Диджей, ты готов? 45 секунд нам сейчас понадобится. Таймер на 45 секунд. Мы готовы? Этот трек идет 45 секунд. И вы должны определиться и построить тактику. Так, я сбился. 11, 12 уже, да? Все, успел. Прошло на самом деле очень весело. Мы провели пару очень веселых конкурсов. Была приятная остановка. Хорест подшучивал над нами. Ну, было очень весело. Спасибо АСБ за это мероприятие. Мы получили огромное удовольствие. Также Хорест расписался, ну, дал нам автограф. На его перстень чемпиона было очень крутой. Гранта подошел к концу, он подписал нам майку, которую мы разыграем в группе. Следите за новостями, до новых выпусков. С вами был Роман Шповалов.